Всем большой привет, с вами Егбеш, и сегодня я хочу постараться снять видео об моем уходе за волосами. Это видеозапрос, давно у меня спрашивали, когда я сниму это видео, но так как очень часто я покупаю шампуни разноперо, то есть, как я называю разноперо, это то есть не шампунь с бальзамом, тем более с масками, я беру то, по одной там взяла шампунь, маску там, например, от другой фирмы. И поэтому как-то не тянулась у меня рука снимать видео. Хотя тоже, в принципе, можно попробовать. Но тут я сделала заказ, который вы видели во влоге от фирмы Hair Vital. Это моя любимая фирма, фирма итальянская. Вот, и мне спрашивали, когда же я сниму видео по поводу, и что я заказала. Заказала не так много, заказала то, что я хотела, потому что другие определенные шампуни я уже пробовала. У нас они в нашем городе продаются в аптеке, только в аптеке. Ни в каких супермаркетах и других магазинах я его не видела. Но я тоже не везде бываю, но в больших супермаркетах я бываю, и там их продажи нет. Вот. И, соответственно, я покупала только в аптеке. В пустых баночках я о них рассказывала, вы их видели. Особенно мне очень нравилась маска для волос против выпадения. Это вот фирма, вот она. Это такая зеленая такая серия была. Вот, также они мне прислали пробники. Вот, вот такую я покупала. Такая серия у меня уже была. В пустых банках я все это показывала. Так что у этой фирмы появилось очень много новинок. Это для окрашенных волос и так далее. То есть у них появилась совершенно новая итальянская коллекция. Например, шампунь «Нежный уход», шампунь для зимнего времени, для сегодняшнего нашего зимнего времени, у нас за окном февраль. Шампунь «Защита объема» – это новая коллекция. И также, который я не смогла удержаться и себе заказала, это шампунь «Эко-объем». Эко-объем, да, шампунь Эко-Био, который тоже также даст, кстати, объем, комплекс органических экстрактов, вот, Made in Italia, вот, ну, очень-очень мне нравится эта фирма. Во-первых, что я должна сказать, что, вот я вам сейчас перечислила, что у них вышла серия «Зимний уход», хотя я себе ее не заказала, хотя очень хочется попробовать, вот сейчас зимой помыть ими волосы, но я все бешеная, постоянно я хочу себе покупать именно против выпадения, либо для роста. Даже для роста я стараюсь не покупать, якобы я считаю, что что мне их там для роста покупать, когда мне нужно луковицы свои укреплять. И поэтому в любой фирме я всегда панически ищу против выпадения, против выпадения, против выпадения, вот так вот. И беру, у меня шампуни гора просто. Это Депантенол, это лето. Это море, солнце, жгущее, сушит наши волосы, морская вода сушит наши волосы. И поэтому я, например, мы же тело все равно мажем всякими пантенолами, там алоэ вера после загара. И в этом шампуне присутствуют пантенолы, поэтому, чтобы, дабы увлажнять наши волоски в летний период, вот именно для летний период я особенно люблю эту серию. Шампунь. У них появилась серия органовый нектар, тоже во многих фирмах на самом деле сейчас уже вводят серии с маслом органии, также у этой фирмы тоже вышла эта серия, это новинка, так что тоже можете покупать, там и продается отдельный тюбик с маслом тоже, естественно, они тоже в этом плане не отстают. Я себе заказала серию, естественно, против выпадения волос. 200 миллилитров, я в руке держу шампунь, вот такой вот красненький, жгучий. В состав входит апигенин, лизолецитин, экстракт красного перца, экстракт крапивы. Ну, по этикетке видно, что здесь красный перец, и, кстати, если понюхать, то он пахнет перцем, прям пипец. Апигениновая кислота. Усиливает кровоснабжение кожи головы, улучшает питание наших луковиц на коже головы, улучшает и питает стержень волоса, стимулирует и ускоряет рост новых волос. Естественно, мне захотелось попробовать, потому что я же еще раз говорю, я пробовала только вот эту зеленую серию, пробник, который мне положили, так, и, значит, бальзам, тоже 200 миллилитров, вот,
Вот он уже такая белая упаковочка. Это у нас бальзам. Вот. Шампунь Эко, который я тоже давно хотела попробовать, потому что девчонки на Ютубе, многие его заказывали, и поэтому я тоже захотела, естественно, Естественно, при отправке помялась упаковочка. Это у нас лосьон против падения волос, красный перец, крапива, апигенин. Вот. То же самое написано. Вот, 50 мл. Лосьон выглядит вот так, он такой маленький. Значит, голову мы помыли и потом наносим. И так я еще им не пользовалась. Вот видите, красное тут все. И шампунями я пользовалась. И этот я еще не пробовала лосьон. Вот. До 2019 года. Чистые влажные волосы разделите на проборы, затем равномерно нанести несколько капель лосьона по каждому пробору и мягкими массажными движениями втирать в кожу головы в течение 2 минут, не смывать. Используется шампунями 2 раза в неделю в течение 1,5 месяца и так далее. Делает и Италия. Вот. Вот такая вот серия. Да, здесь, кстати, бумажечка лежит какая-то. Пантенол у нас находится в шампуне для укрепления роста волос. Находится пантенол. Вот, вот. И я помню, она мне очень сильно понравилась. Ну, сейчас будем пробовать лечение выпадения волос. Так что вот так вот. Шикардос. Еще также мне положили вот такие вот шампунь органовый нектар, про который я говорила. Тоже с удовольствием попробую. Наверное, на мои волосы как раз 2 пакетика за раз уйдут. Вот они вот так выглядят. Шампунь спинить. Бла-бла-бла. Восстановление структуры волос, интенсивное увлажнение питания, ослепительный блеск и жизненная сила, защита от неблагоприятных факторов окружающей среды. Ну что ж, новинка, попробуем, спасибо. Так, и вот 4 пробника, которые мне положили, вот они. А здесь у нас, значит, 2 маски. Мне 2 маски, это на мои волосы, хотя они у меня маленькие, короткие, будет мало. Это вот 2 маски, я такими уже пробовала, с восторги, всем советую. И шампунь для укрепления роста волос. Это вот та серия, которая содержит пантенол. Хотела сказать панкреатин. Вот, так что вот на лето я вам ее советую. Это здорово будет питать, просто-просто превосходно будет питать ваши волосы. Шампунь Эко Био, который, вот видите, зелененькая. На самом деле очень прикольный, у меня на него большие надежды. А, так как говорится, утверждает компания, что будут образовываться новые фолликулы. А, также у меня проблема с жирностью волос. Они говорят, что пишут, да, что будет гораздо чище волосы. Уменьшится, да, жировой баланс кожи головы. Волосы становятся здоровыми, блестящими, густыми. Какие компоненты в него входят, я не сказала, потому что компоненты здесь немного другие. Там экстракт календулы лекарственная, эхиноцея узколистная, чайное дерево масло, и эвкалипт шаровидное тоже масло, и консервант это спирт. Содержит 97% натуральных ингредиентов, не содержит силиконов, парабенов и красителей и синтетических отдушек. Имеется сертификат ISEA, это итальянский стандарт сертифицирования, присваиваемый Институтом этической и экологической сертификации. На ваш вопрос я ответила. На данный момент сделала такой заказ. Ссылочку, сайт, на котором вы можете также сделать заказ, я вам оставлю снизу. Так что, если вам понравилось такого рода видео, ставьте мне пальчик вверх, потому что, чтобы я знала, снимать такого рода видео или нет. Ну вот. Все, остальном я расскажу вам в пустых баночках. Я обязательно расскажу об этой серии, об этих шампунях. Обязательно. Всем пока-пока.